ходит народ, ходит народ. Люди волнуются, ох, гололед, ох, гололед, ох, гололед. Йод, йод, гололед, гололедица. Не мешай ты, парень, пусть милый встретится. Он на свидание мчался, скользя, мчался, скользя, мчался, скользя. А в гололед торопиться нельзя, ох, да нельзя, ох, да нельзя. Лед, лед, гололед, гололедица. Не мешай ты, парень, пусть милый встретится. Ребята, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, как тебя зовут? Добрый день, меня зовут Хасан. Хасан, а ты с какой страны? Сомали. Очень приятно. Привет. Скажи, пожалуйста, тебе холодно сейчас? Ты уже сколько лет в Саранске? Почти получается 5 лет. 5 лет. Ты уже привык к этому климату? Да. Хасан, скажи, пожалуйста, как сейчас вот гололед, а на улице так вот каток кататься? Ну, мы не катаемся, но вообще очень страшно вот так. Вот как пожелание тебе какое, допустим, чтобы посыпали солью, песочком, наверное, да, как-то обрабатывать, чтобы не было травматизма. Ну, мы просто осторожно обогреваем, чтобы... Я просто постараюсь тогда, чтобы травмата не будет. Хасан, ты на какую специальность учишься? Медицинист, лечебное дело. То есть врач, доктор. Да, да, да. Поэтому ты очень хорошо знаешь, что травматизм – это зло, легче предотвратить, чем потом лечить месяцы, а то и годы, да? Да, 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 вообще так и тоже вредно, и там вообще очень ужасно, если так бывает. А в этом время зима так много бывает, чтобы так и есть. Ясненько. Спасибо тебе большое. Удачи тебе во всех делах, в учебе и в личной жизни тоже, Хасан. Спасибо вам тоже. К ней подбежал, к ней подбежал, к ней подбежал, и в торопях на колени упал. Ох, да упал, ох, да упал. Лёд, лёд, гололёд, гололедица. Не мешай ты, парень, пусть милый встретится. Ее сразу тронулся лед, тронулся лед, тронулся лед. Девичье сердце никто не... Как вам ходится сейчас? Нормально. Не боитесь? Гололед-то такой. Нет, не боюсь. Ой, молодец. Дай Бог вам доброго здоровья.